Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Виктор Шендерович, литератор, публицист, сегодня у нас в гостях. Витя, дорогой, здрасте, рад добрый день вас видеть. Виктор Шендерович – анфан-террибль российской литературы, публицистики и шире общественной и интеллектуальной жизни. Трудно найти среди отечественной интеллигенции человека, настроенного более радикально и непримиримо по отношению к правящей российской элите и, прежде всего, лично к Владимиру Путину. Говоря о Путине и его приснах, в выражениях Виктор Анатольевич не стесняется, в чем вы сегодня не раз убедитесь. Одних этот радикализм, задиристость и желчность Шендеровича восхищают, другим кажутся чрезмерными. Но вряд ли кто-нибудь откажет ему в смелости и в искренности. И в остроумии, конечно. Анфан-терриблем он был далеко не всегда. Еще недавно Виктор Шендерович, наоборот, казался баловнем судьбы. Одна из главных звезд популярнейшего телеканала НТВ. Он купался в лучах славы, признания, всеобщего восхищения. 90-е были его звездным десятилетием. Этому, впрочем, предшествовали годы поисков себя. В юности он мечтал об актерской карьере, занимался в студии Олега Табакова, играл в массовках в табакерке. Поняв, видимо, что актером первого плана ему не стать, все равно связал свою судьбу с театром, став преподавателем сценического движения и постановщиком сцен боев и драк. Стал писать. Его миниатюра про деревню Гадюкино, в которой непрестанно, в отличие от всего остального мира, скверная погода и идут дожди, в устах Геннадия Хазанова стала классикой отечественной эстрады и одновременно фольклором. Народ знал ее наизусть и заранее покатывался со смеха, едва только Хазанов произносил первую фразу. Надо сказать, что сегодня эта история про незадачливое Гадюкино звучит предельно современно и обобщенно, как метафора нашей российской жизни, которая словно заколдована от перемен к лучшему. Но подлинный и долгий успех ждал Шендеровича в ельцинские 90-е на НТВ, сперва в программе «Куклы», для которой он писал сценарии и сочинял репризы, затем уже в его собственной авторской программе «Итого». Все это вместе с НТВ приказало долго жить вскоре после прихода Владимира Путина к власти. Причем, как говорят, самый большой зуб на НТВ вырос у Путина именно из-за программы «Куклы», в одном из выпусков которой он предстал в образе крошки Цахиса, властолюбивого и злобного карлика. Вот так с тех пор они и враждуют друг с другом. Писатель и властитель, Шендерович и Путин. Казалось, победитель в этом нетеатральном бою известен. Слишком неравны силы, и круг возможностей у сатирика для его острых рапирных выпадов сужается с каждым днем. То там отменит выступление, то сям. И тем не менее, Виктор Шендерович не сдается. Он оказался настоящим бойцом. Недаром начинал, как мастер сценического боя. И ведь время... Вещь необычайно длинная, так что как знать, кто еще, как говаривал Сирано де Бержерак, попадет в конце посылки. Вы знаете, готовился к передаче, пошел искать ваши книги в Дом книги, ни одной не нашел, при том, что все популярные авторы на месте занимают место целыми полками. Это свидетельство чего? Небывалой популярности ваших книг или что не переиздают? Нет, издают регулярно. И они, конечно, есть, я думаю, в Доме книги. В Доме книги ни одной не было, клянусь. А вы посмотрели по компьютеру? Я посмотрел по компьютеру, я посмотрел с тетушками. Замечательно. В сотом нашел. Замечательно. Ну, видите, вы мне открыли глаза на новую какую-то стадию, потому что в прошлый раз, когда я заходил, просто мне было любопытно, как это все происходит сегодня. Были, просто их не выкладывают на те полки, на центральные полки. То есть, в принципе, на какой-то полке внизу, на мою букву, оно там есть. То есть, человек, который, ну, по крайней мере, там, в некоторых магазинах, я знаю, что человек, который хочет купить мою книгу целево, он ее там найдет. Другое дело, что 99% покупок, как вы понимаете, делаются не так. Человек просто приходит посмотреть, что есть. И, конечно, мои книги он не увидит, то разумеется. То есть приховали все-таки? Приховали. И те времена, когда мои книги были в лидерах продаж, так сказать, они давно
они давно позади. И я не думаю, что это связано с тем, что я стал так хуже писать, настолько хуже писать. Мне тоже кажется, что причинки другие. Почему-то это с чем-то другим связано. Слушайте, это все необременительная плата за возможность делать то, что я хочу делать. Ах так. Ну, разумеется, разумеется. Тут ведь важна точка отсчета, и, конечно, если считать от просвещенной Европы, то мы в Азии. А если считать от Ташкента или Пхеньяна, то мы в Европе. Ну, в такой немножечко сильно восточной Европе. Но все-таки, понимаете, я вот сижу у вас в студии в центре Москвы. Я выйду отсюда, и меня, я надеюсь, никто не свинтит. Да, и я не в психушке, и я не выброшен насильственно в эмиграцию, я не в тюрьме. И я могу издавать книги, и я могу их, есть интернет, я могу их продавать. Да? Я даже могу иногда в клубах, в каких-то в небольших помещениях выступать. Мне даже интересно наблюдать это как сюжет, потому что там лет 15 назад я был то, что называется телезвездой. Ну да. И аншлаги, и тысячные залы регулярные, да, и не вылезал из телевизора. И мне интересно наблюдать за этими трансформациями. А не было момента, когда эта трансформация была как бы болезненна? Именно в плане вот... Было, конечно. Было, да? Ну, это болезненность другого рода. Я понимаю. Нет, для меня это все прежде всего симптоматика того, что происходит со страной. Ну, это конечно. Дело в том, что тот жанр, которым я занимаюсь, он бескомпромиссный, сам по себе жанр. Я-то как раз человек, как мне кажется, вполне склонный к компромиссу и вполне готовый, по крайней мере, выслушать предложения, если это предложения компромиссные, а не подлые, откровенно. Но жанр сатиры предполагает некоторую отвязанность. Нельзя согласовывать с объектом сатиры уровень критики. Лучше уж, и по мне, лучше и достойнее просто признать, что это невозможно, чем устраивать эту симуляцию сатиры. Ну, вместе с тем, помните, да, Михалков Сергей Владимирович был остроумным человеком, помню, да? Очень. Нам нужны такие гоголи, которые бы нас не трогали. Да? Ну, понимаете, какая штука? Не уверен, не знаю, Михалков ли это? Вроде Михалков. Ну, вроде. Молва но он сам, да, он сам был таким ну, слабоватеньким Гоголем. Нет, конечно. Нет, дело не в этом. Сатира – бескомпромиссный жанр совершенно. Мандельштам когда-то лучшее определение поэзии, на мой вкус, принадлежит Мандельштаму, который сказал, что это ворованный воздух. Нельзя писать разрешенные стихи. Мандельштам писал, что за разрешенные стихи надо сечь. Да. Нельзя писать стихи, которые разрешены. Это подло. Молчи, не пиши никаких. Лучше писать здравицу, да? Угу. Здравицу ныне действующему тирану в открытую, чем писать разрешенное, да? Разрешенную свободомыслие. Вот это разрешенное свободомыслие, это чуть ли не самое подлое, что я знаю в нашем ремесле. И, честно говоря, ну просто хлуи, которые в открытую вылизывают Владимира Владимировича, мне гораздо симпатичнее по-человечески, чем подмигивающие, но не договаривающие, как бы на две, да, один глаз на нас, другой на Арзамас. То есть вы же понимаете, что мы имеем в виду. Ведь до вашего любимого Владимира Владимировича еще дойдем. Я хотел бы сейчас... Мы уже дошли. Мы уже дошли до Владимира Владимировича. Мы уже в нем. А я хочу все-таки немного на... энное количество лет вернуться в детство, были с Чистых прудов. Так, такой то... еще один Костик. Да? Не просто вот еще один Костик, а буквально там еще год совпадает. И это моя любимая такая, не, ну, любимое наблюдение, когда я в очередной раз смотрю фильм «Покровские ворота», то вот когда они там катаются на катке, который равнехонько напротив Лобковского переулка, ну, улица Макаренко, на которой я родился, а год-то 58-й, год моего рождения. Как раз они там катаются на коньках. И я думаю, что где-то вот там вдоль бульварчика, вдоль пруда ходит мама с колясочкой. Ох, да, поэтому это ровно не, и место, и время мое. Ну, эти самые Покровские ворота.
Uh-huh. Вот. Я там себя, ну так, в кавычках, я себя ищу в кадре. Uh-huh. Где-то я там в коляске нахожусь возле Костика, да. Как на картинах передвижников. Возле Велюрова, где-то там. В правом углу. Да, где-то там я. Конечно, я чистопрудный, и это очень хорошее... Вот если что-то держит, посреди всего этого, на поверхности, то, как ни странно, как ни пафосно это звучит, и так сказать, ну вот это ощущение причастности к месту. Угу. Потому что есть государство, такое, какое есть, вполне отвратительное, а есть твои места, вот просто твои. И можно это назвать в чистом виде патриотизмом, то есть любовью к родне в таком незамутненном варианте. Это мое место, понимаете, вот это мое. Вот эти вот Сретенка, Покровские ворота, вот эти переулки, которые я знаю, еще несколько маршрутов московских любимых. Это мой город, в буквальном смысле, это мой город. А которые тут понаехали из большого дома на Лубянке, ну, да. Ну они понаехали, но мало ли кто, Наполеон тут был, мало ли тут был оккупантов, да? Татаро-монголы ходили вдоль поперек. Вы живете надеждой, что все-таки это временные постояльцы. Нет, это постоянные. Оккупация государством – это вещь постоянная в России. Это Герцена мысль, что государство расположилось в России как оккупационная армия. Мы живем, конечно, под оккупацией. Под оккупацией государства. Это русская давняя традиция. Да, но это, естественно, мы и тогда так жили. Да, мы всегда так жили. Мы всегда жили, всегда была оккупация государства. Были какие-то короткие куски, когда оккупанты слабели, и понимали, что их сейчас будут гнать вилами, там, и они побаивались, они начинали заискивать с населением и как-то нас учитывать. И короткие-короткие промежутки власть имела к нам какое-то отношение. Ну, там, вокруг 91-го года, да, какое-то чуть-чуть до, чуть после. Когда во власти были, какие-то были депутаты приличные, я помню. Я вот голосовал, я избиратель академика Рыжова, например. А да? Я за академика Емельянова. Ну вот, вот, вот. вот приличные были. Вот были приличные депутаты Государственной Думы, да. Угу. Были в исполнительной власти. Там, а были... вы помните первый съезд? Был... Вдруг появились совершенно другие лица? Совершенно верно. Вот этот эффект. Но это короткий промежуток. В остальном, и, собственно говоря, вот этот пресловутый рейтинг поддержки, это ведь рейтинг поддержки, это ведь рейтинг привычного безразличия. Отношение к власти, любой власти, как к неизбежной оккупации, как к природе в конечном счете. Mm-hmm. Ну вот я говорю, ну вот дождь, ну вот но это чисто, обложило. Но это чисто русское, абсолютно, это азиатское, скажем так. Азиатское, не только русское. Ну, любую Киргизию, любой Узбекистан, любой Туркменистан. Ну, как-то уж очень не хочется себя туда, в Азию, совсем смещать. Но мы правы, себя конечно. Уже сместили туда. Сместили. Мы гораздо ближе сегодня по способу управления государством, мы гораздо ближе к Узбекистану, чем к Польше. Даже к Польше. Не, бесспорно. Да. Ведь я все... Значит, мы себя сами туда сместили. В том-то и дело, что нам никогда не быть Данией, но не хотелось бы быть Узбекистаном. Значит, дальше вопрос в том, что мы за последние 15 лет, очевидно, сдвинулись в ту сторону. Но возвращаясь к теме, да, вот есть моя страна, мои места родные, моя среда обитания, любимая. Ее тоже разрушают. И в этом смысле Собянин с Лужкова, продолжая дело Лужкова, Собянин произвел просто налет. Да? Да. Что, как сказано у Бродского... про Роттердам, что не доделало Люфтваффе, то смело довершат карандаши. Ну, Люфтваффе вот, да, вот толком не долетел до Москвы, да? Ну, да. А карандаши вот вовсю. И страшное дело. Но, тем не менее, все равно мой город, находящийся, вот эта среда обитания, эти лица, эти люди, да, они находятся поверх них этот панцирь государства. Ведь лица, люди, вот что родители, что семья, что папа, мама дали? Ну, как ни банально, все, потому что это-то и есть Родина. Это и есть Родина, и это и есть представление. Но они дали систему координат, норма. То, что для меня норма, это норма, построенная моими родителями. Прежде всего, в этом дальше участвовали разные люди, и живые, и мертвые, как говорится, и отцовское родительское застолье, в котором были замечательные лица.
И дальше мне страшно везло, я попал в Табаковскую театральную студию. И Олег Палыч, и Костя Райкин, и Валерий Фокин, Андрей Дразнин, и Сергей Дойдем Садовцев. Дойдем до этого замечательного периода. Замечательное. И с 10 класса, там, 10 лет, и институтских, с перерывом на армию, и потом я был в этой студии и педагогом. Угу. Это, ну, прежде всего, студийные годы. Это, конечно, книжки я начал читать тогда, по-настоящему. Книги, которые мне, книжные полки, и очень многие с этих книжных полок тоже сделали, ну, создали мою систему координат. Родители были, так бы сказать, вполне советские люди или все-таки с какой-то сомнением нет, в правоте нет, нет, нашего правого дела? Нет, абсолютно, абсолютно советские. Да? Советские. Шестидесятники классические на уровне Ленин хороший, Сталин плохой. Ну да. И портрет, фотография знаменитая Ленина с таким... Сталин сходил, дело Ленина. Да. А фотография Ленина до 80-х годов стояла на полке, на книжных полках. И стояла в качестве вызова в текущему строю. Ага, ага. Да, я был абсолютно советский мальчик очень долгое время. Ну, потом, конечно, там трансформация произошла у родителей. Отец, в отличие от многих своих ровесников, оказался интеллектуальный человек. И он оказался способным к переменам. Он очень сильно продвинулся в понимании и в выходе из себя прошлого. К сожалению, очень многие вот из того застолья, некоторые, по крайней мере, так и остались. Да? То есть это поколение в значительной степени раскололось на рубеже 80-х, 90-х. Отец, разумеется, вышел из того. И портрет из того состояния советского, и портрет Ленина быстро... Все-таки убрал. Быстро исчез, да, когда был прочтен Солженицын, когда стало ясно. Прочтен с запозданием, конечно, с запозданием уже. Ну, я ведь знаю, что у вас дед был репрессирован. Ну, у меня все... Вы знаете что? В моей семье у меня, я хочу сказать, совершенно типовые деды. Один погиб на фронте, другой репрессирован. Это для нашей среды, вот и московской интеллигентной среды, это среднеарифметическое. Мне повезло, потому что второй дед, дважды репрессированный, он выжил и... Я его застал, и, так сказать, я его помню. Мне повезло гораздо больше, чем очень многим. Вот второй дед погиб на войне. И это типовое для нашего поколения. Ну, знаете, вот еще, извините, что я вас перебиваю, почему я... Вы сказали о расколе в связи там с уже временем там, 80-х годов. А я вот еще о каком хочу вас спросить. Расколе, вот про нас, детей и внуков репрессированных, те, чьи семьи это не коснулись, сталинщина и сталинские репрессии, любят говорить, что это вот такое наше, так сказать, личное желание отомстить за неудачи, за несчастье семьи и все прочее. Может быть, они в чем-то правы, может быть, и Россия действительно из-за этого так безнадежно расколота, так перефразируя Ахматову, да, на тех, чьи деды сидели и на тех, чьи деды мира сторожили. Мира тут быть не может. Примирение может произойти, как в Германии, когда внуки убийц признают, что они внуки убийц. Их никто не собирается сажать и выбрасывать там, да, вон из общественной жизни. Но все-таки убийство должно быть названо убийством, а жертва должна быть названа жертвами. И потомки убийц, в том числе идеологические, и прямые потомки убийц, не должны быть элитой, потому что это означает, что мы живем по-прежнему там. И когда господин Никонов ходит с портретом своего деда, то я хочу заметить, что разница между моим дедом и дедом Никонова заключается в том, Молотовым, на всякий случай, заключается в том, что мой дед погиб, воюя с фашизмом, а дед Никонова сотрудничал с фашистами и поддерживал. И в 90-е годы господин Никонов молчал о своем деде в тряпочку. В тряпочку молчал деде, а сейчас выясняется, что они по-прежнему элита, и они разрешают нам пожить Христа ради. Разрешают нам, и мы должны благодарить их и целовать им, значит, их лакированные ботинки за то, что они позволяют нам жить на родине. Да? А они по-прежнему элита. Как были, так и есть. Никакого покаяния не случилось.
Никакого аналога того, что пережила Германия, не случилось. Поэтому никакого примирения тут быть не может. Может быть капитуляция наша или эмиграция. Либо мы должны назвать белое белым, а черное черным. Убийц убийцами. И никто не предлагает сажать господина Никонова. Но он должен молчать в тряпочку по поводу своего деда. И извиниться, как извинились внуки гитлеровских бонз. Извиниться. Многие из них потратили свои жизни на это извинение. И это правильно. Это правильно. При том, что гитлеровцы не успели сделать со своим народом то, что успели эти. Преступления наших гораздо кровавее по отношению к собственному народу, как минимум. Гораздо кровавее. Ну, Гитлер как-то вообще свой народ и не крошил. Ну, он, крошил вовсю. И начинал-то со своего народа. Но просто, несравнимо. Просто не успел. Там всего 12 лет было от начала до конца, а у нас счет идет на 70-летие. Да? И сейчас продолжается. И наследники продолжают крошить собственный народ. Не в таких масштабах, но продолжают. И поэтому, повторяю, то, что вы называете, знаете, как старый анекдот призывал не путать астму с оргазмом. Так вот, то, что вы называете примирением, это капитуляция. Ну да. Нет. Нет, не стоит. Такого примирения не нужно. Теперь хотел расспросить о театральной юности. Откуда? Вот я понимаю, причем музыкально-театральный. В школу ходил, в музыкальную и все прочее. Это все понятно, это как родители посадили за фортепиано. А откуда любовь к театру взялась? Ну... Были, видимо, какие-то данные, небольшие, как потом выяснилось, но в районе 6-7 класса была иллюзия, что у меня есть какие-то способности театральные. И я пошел в театральную студию сначала в Дворец пионеров городской, потом, узнав о наборе к Табакову, пошел к Табакову. Табаков мои актерские галлюцинации быстро развеял. Да? Да, так сказать, диагноз был поставлен мне в 10 классе, что я головастик. Что для актеров в актеры я не гожусь. Он сказал, умненький мальчик, но вот нутра не хватает такого актерского нутра, которое является, собственно, сутью. Вот такой животной сутью любой большой артист. Он животное, большое животное, прежде всего. Органика, мощь, да? Иногда этому сопутствует интеллект. Иногда сопутствует блестящий интеллект, как в случае с Янковским, с Олегом Борисовым. А иногда в чистом виде природа, как в случае с Николаем Гриценко. Да. Или с Евгением Евстигнеевым. Просто невероятная природа, органика. Ничего такого близко у меня, конечно, не было. Но мне повезло, меня Табаков оставил в студии в режиссерской группе. Я был потом студийцем, в массовках бегал наших спектаклей. Иных уж нет, а те далече. Это тот курс, первый табаковский курс, где был Елена Майорова, «Царство небесное», Игорь Нефёдов. Мы с вами параллельно, на самом деле, учились. Я на театровеческом. Да, так что вы помните этот курс. Вот, это был замечательный курс. Потом я пошел в армию, когда все это в 80-м году погибло. Погибла идея первого курса, сделать театр тогда. Табаков хотел, но случился Афган, 79-й год, 80-й. И к году нашего выпуска ни о каком новом театре, либерального направления, речи уже не шло. Нас всех распределили, кого куда. Меня в Забайкальский военный округ распределили. Вот. И что, собственно, и в каком-то смысле определило мою дальнейшую жизнь. Потому что там я начал писать. Там, оттуда я вернулся уже с каким-то, с какой-то биографией, с какими-то личными ощущениями сильными. Я ведь был мальчик из хорошей московской семьи. И вот этим кругом общения, вот этим интеллигентным застольем, а также кругом общения в Табаковской студии на уровне от Валентина Катаева до Высоцкого и Акуджавы, которых нам приводил Табаков, понимаете? И я как-то думал, что это и есть советский народ. Вот, советская армия меня в этом смысле перевоспитала очень быстро, дней за 10. Вот, и остаток полтора года я служил. И вернулся уже в 82-м году, уже каким-то, либо сказать, поврежденным немножко. С одной стороны, поврежденной психикой, конечно.
потому что армия очень сильно ломает психику. Но с другой стороны, у меня появился какой-то личный счет. Угу. У меня появились свои впечатления от жизни. У меня появилось представление, кто я и кто я не. Угу. И я начал писать. У меня появился опыт очень сильный. Я начал писать, и в общем, где-то уже с середины 80-х я точно понимал, что я никакой не режиссер, не, так сказать, не драматург еще. Но в любом случае, да, я уже писал. А когда вот такое проснулось такое чувство юмора, такого уровня? Я не знаю, про уровень я ничего не знаю. Уровень, я скажу так, когда человек может рассмешить не только родителей и любимую девушку. Но началось с того, что я обнаружил, что я могу рассмешить родителей. Ну, естественно. И первое применение чувства юмора было очень прагматическое. Я обнаружил, я был не самым дисциплинированным мальчиком, и мне нагорало, а у отца довольно крутой, так сказать, в деда крутой характер. Угу. И я понимал, что когда я понимал, что мне нагорает, и что сейчас я получу, в том числе по попе, буквально, mm-hmm. возможно, вот, то почему-то я знал точно, что если мне удастся рассмешить отца, то просто человек от смеха слабнет. Невозможно наказать того, по поводу, вместе с которым ты рассмеялся, да? Это точно, да. Потому что смех, он делает человека добрее и, значит, и беззащитнее в каком-то смысле. Конечно. Вот. И я понимал, что если отец рассмеялся, то я в относительной безопасности. Вот. Это было первое такое практическое применение юмора. Потом было очень действительно смешно. Мы же себя не видим со стороны. Я когда начинал писать, я как-то очень торжественно и серьезно к себе относился. Стихи, как все как полагается. Графомания такая юношеская. И я писал какой-то такой пятое производное Пастернака или Мандельштама. Mm-hmm. То есть во мне бродил читательский опыт, и я думал, что этого достаточно. Я писал не перегоревший такие... Пастернак, как это было. Да, такая пятая производная. Uh-huh. Я что-то такое писал. И вот как раз девушка, первая, пожалуй, что, ну, которую я предполагал, что она моя девушка, которая выслушивала эти мои опыты, она как-то так кивала головой на мои поэтические попытки. А когда я левой ногой написал какую-то сценку, какой-то диалог, что-то такое, и там прочел где-то в компании, все смеются. И она сказала: слушай, а вот это вот там, вот это получается. А я к этому совершенно не относился. Ну как, ну это, я же, вот я стих, ну, да. Вот я стих написал большой, вот я поэму написал. А это вот что-то какая-то зарисовка. Но вдруг выяснилось, что именно это востребовано, что это случайно смеется. Я попал пальцем в любимую начинку. Да, вот это вот в этот нерв. Ага. Выяснилось, что это, в общем, то, что дано мне явно больше. Угу. Явно больше. Кроме того, читательское мое восприятие, вот мое представление о идеальном тексте было сформировано, конечно, читательским опытом. И как-то получилось так, что я... что текст должен быть коротким. И ирония, как вот это было воспитано книгами, которые мне давали читать. И для меня идеальный текст... Вот это случилось в 14 лет, когда появился Станислав Ежелец в первых переводах «Непричёсанные мысли». Мне было 14 лет в этом 72-м году. И я вдруг, вот это было ощущение, вот это идеальный текст. В три слова, в четыре слова. Нет, совсем коротко. Что вы его всего наизусть знаете. Совсем коротко. Вряд ли он, мы не знаем его никто наизусть, много. Потому что, по секрету скажу, он еще весь не опубликован. Ну да. Я вот сейчас общаюсь с наследниками, с детьми, с сыном Ежелеца. Там еще рукописи, там на тысячи идет что-то. Нам известно несколько сотен, на самом деле, непричастных мыслей. Там большие еще запасы, не освоенные нами. Но это лучшее из написанного Летцем, это абсолютная вершина. И я вдруг понял, что вот эта вот короткая проза. Если проза, то Бабель. Да, короткая. Бабель, Зощенко, Дорошевич, Аверченко. Вот эти образцы... так сказать, совсем короткие, ясные, ироничные, парадоксальные. И Летц в этом смысле как абсолютный образец лаконизма. Давайте изъясняться кратко, писал он, чтобы закончить фразу в той же исторической эпохе. Вот, понимаете, невозможная плотность
мысли, парадокса, поворот, когда мысль успевает внутри одной фразы сделать сальто-мортале с пируэтом и прийти на ноги. Да? И это невозможно высокий уровень. Очень близко к нему или на нем лучший Горин. Угу. Да? Из дракона. Да? Это не народ, это хуже народа, это лучшие люди города. Вот такого уровня юмор, парадоксальный, успевающий свернуть твою башку за несколько секунд и поставить ее на место. Что не упоминаете? Нет, ну разумеется, Шварц, разумеется, Эрдман. Ветка огромная русской литературы. А из поэзии что ваше? Я ее очень люблю, и это такой воздух. Вы знаете, менялись вкусы с течением времени. Она вся моя. От Пушкина до Бродского. Я это ощущаю, это воздух, которым дышишь, и это, если говорить о воздухе, там ворованный, конечно, ворованный, потому что лучшее написано без разрешения. Хотя они писали, что да Пушкин, всякое, что конечно. Некрасов, они писали и разрешенные стихи, и стыдились потом этого, да, и каялись. Многие писали разрешенные стихи. Но лучшее, что написано, это абсолютно беззаконно, прекрасно и абсолютно свободно. Этого воздуха очень много, и мы счастливые люди, и мы иногда не понимаем, до какой степени это счастье. Как у Довлатова сказано, какое счастье, я знаю русский алфавит. Потому что это наша поэзия, наш русский язык, это такие вершины и в таком количестве, да. В нашей традиции, русской поэтической традиции, но про это пошучено замечательно у фильма «Старом доживем до понедельника». Баратынский второстепенный поэт. Да-да-да. Баратынский да, у нас да, да, второстепенный да, да. поэт. Вот уровень русской поэзии. Угу. Баратынский, который с большим отрывом в любой поэзии, да, конечно, огромный. Конечно. Вот, и это все мое. А дальше смещалось. Был период пастернаковский, мандельштамовский и лермонтовский. И, конечно, и Самойловский, и Левитанский, и Бродский. Бродский это самое позднее открытие по времени. Вы и Слуцкого любите? Слуцкий замечать. Нет, это, видите, можно. Это то, о чем я говорю. Можно забыть Слуцкого в перечислении. Да? Вот такого размера запасы. Огромный Слуцкий. Надо думать, а не улыбаться. Надо книги трудные читать, надо. Проверять и ошибаться, мнение не слишком почитать. Мелкие прижизненные хлопоты по добыче славы и деньжат к жизненному опыту не принадлежат. Русская поэзия дает в том числе, если говорить уже о Слуцком, формулы жизни, с которыми которым очень трудно соответствовать, но которые постоянно внутри тебя. Да, да, и они помогают держать, конечно, равновесие. А я еще хочу вспомнить еще одну сторону вашей такой театральной молодости. Я помню, я вас впервые увидел то ли это был капустник, поставленный Гришей Егоровичем, то ли его приветствовали с чем-то. И вы совершенно грандиозно били степ. Нет, это грандиозно. Откуда вот это вот? Нет, и потом вы преподавали сцендвижение. Я прошел Табаковскую студию, и сцендвижение в Табаковской студии преподавал великий Андрей Борисович Дразнин, и я его ученик, и потом я был его подмастерьем. Я преподавал сцендвижение несколько лет в Щуке и в ГИТИСе, в Институте культуры. И, конечно, пластика, это было мое, это я люблю джаз, и это для меня тоже воздух, который меня, так сказать, держит. Драки, бои ставили? В жизни это пригодилось реально? Нет, никогда. Более того, именно профессия постановщика сценических драк чрезвычайно препятствует мордобою в жизни. Каким по биологическим образом? Причинам. Ага. Но есть и причины этические. Это понятно. Как связано у Высоцкого. У Высоцкого бить человека по лицу я с детства не могу. Я с детства не могу. И есть уважение к лицу любому. Поэтому пощечина дается трудно. Хотя пару раз приходилось. Но есть и физическое препятствие, которое связано с тем, что мышцы уже вработаны на остановку кулака в сантиметре от лица. Ага. И я могу
вас, так сказать, вот стремительно по театральному ударить, mm-hmm. да, с полностью, но в сантиметре от вашего лица кулак отдернется назад, мышцы построены так. Uh-huh. Этот сантиметр интересно, ни как. Рука, ни нога не проходит. Интересно. Это вбито в мышцы. Mm-hmm. Это уже не на уровне уважения к человеку, а это на уровне уже рефлекса. Интересно. Поэтому, когда пару раз случались драки, то это было совершенно безнадежно, потому что я, как сказано было у Салтыкова-Щедрина, не столько сражал, сколько был сражаем. Потому что я не могу пройти этот сантиметр до вашего. Ну, неужели не можете? Не могу. Физически не можете? Физически не могу, потому что рука многие годы, да, вот, ну, вот да. Рука многие годы, вот она на то, что движение будет в обратную грандиозно. Сторону. Потому что акцент в сценической драке идет назад. Ну, конечно, конечно. Создается иллюзия удара за счет стремительности за счет обратного отдачи, движения. Конечно. Да. Mm-hmm. А здесь она останавливается в этом сантиметре. Mm-hmm. И с этим ничего сделать нельзя, да и не надо. Не надо. Я, как было сказано у Бабеля, скандалю на бумаге. Литературная такая слава пришла с деревни Гадюкина, да? Ну, слава, как говорила Куджава, это вещь посмертная. И из Гадюкина никакой популярности не пришло, потому что, разумеется, никто не читает титры. Ну да, это было. И это Хазанов. Угу. Это Хазанов. В деревне Гадюкина пришло относительно благосостояние, потому что Хазанов, которому меня привели за кулисы, значит, с этими листочками в 89-м году, Хазанов, вот там была эта деревня Гадюкина, и когда я перезвонил через неделю, то я обнаружил, что я автор Геннадия Хазанова. Я так сразу расправил плечи. Это был 89-й год, и Хазанов начал покупать какие-то мои тексты. Покупал он их в товарных количествах, желая вывести меня из нищеты. Прочитал он, наверное, каждую третью, четвертую вещь из купленных. Вот. И несколько лет Хазанов читал мои тексты, и из моих текстов состояла примерно треть его программ. Это было такое замечательное время, с 89-го примерно по 93-94 год, когда пятый даже, последний рассказ «Вечное движение» про то, как таскали пианино. Это был рассказ 95-го года. Вот 6 лет примерно с Геннадием Хазановым, и он читал мои тексты, и мы ездили иногда вместе. Это была огромная школа, замечательная школа. Благодарна ему? Очень благодарен. Я очень ему благодарен. И все, что произошло дальше, и наш, так сказать, расход, сначала политический, потом человеческий, не вспоминать подробно, не говорить об этом я особенно не хочу. Я ему страшно благодарен за те несколько лет, когда он и читал мои тексты, учил собой, да, и огромная школа, в том числе школа выступлений, я иногда выхожу со своими текстами сам, и, конечно, это огромная школа, вот эти несколько лет с Геннадием Хазановым. Огромная, я, конечно, пожизненную благодарность к нему испытываю. Я тоже не хотел бы совершенно, чтобы вы рассказывали о вашем расхождении, но все-таки один вот такой вопрос в этом направлении я бы хотел. Вот вы упомянули Табакова. Хазанов, вот этот вот феномен, условно назовем его Хазанова-Табакова, которые как-то при советской власти не боялись держать кукиш, пусть даже в кармане. А при нынешнем режиме как-то чего-то они... Вы знаете что? Это разные, во-первых, случаи. Я понимаю, что разные. Там вообще очень разные случаи. Мы так обобщаем все. Ну, я понимаю, вот, да. Но без обобщения не обойдешься. Вот говорим за Путина. Это случаи разные. А там еще есть случаи Ланового, и случаи какого-нибудь Газманова, условно, там, Бабкина. Ну, да? Это другая категория, А есть еще случаи Чулпан Хаматовой, и это совсем пятый случай, да, и так mm-hmm. далее. Значит, это разные случаи и разные мотивы. И мне бы не хотелось их особенно обсуждать. У каждого есть своя правда, которую он, так сказать, артикулирует или для своих... для оправдания или для самооправдания. Они разные, эти правды. Мне они не кажутся убедительными, эти правды. Про компромисс. Компромисс неизбежен, компромисс необходим. Дальше вопрос, что, какие цели стоят этого компромисса? А в какой момент... это становится уже неприличным? Я понимаю, но все-таки при советской-то власти можно было как-то лучше, что называется, беречь лицо? При советской... Может быть, не так много было, чего терять.
Вот я про это говорю. Может, не так меньше много было искушений было, да? Да, да, да. Да, меньше искушений было, и сегодня произошел, к сожалению, распад просто системы координат. Угу. Тогда система координат-то была. Угу. Была отдельно советская власть, пропади она пропадом, и все понимали, что это просто совершенно уже неприлично. Про коммунизм уже речи не шло, по крайней мере, в моей молодости, там, к 70-м годам, человек, который всерьез говорил про построение коммунизма, он был либо провокатор, либо идиот. Никакого третьего варианта. Либо галимая номенклатура. И мы понимали, что есть они и есть мы. Это, в общем, было понимание. И мы были так широко представлены в диапазоне. Таганка, современник, не знаю, Ахмадулина, Аксенов, Бродский. Ну, разные круги были, но даже в дозволенном кругу, там, не говоря о Бродском, даже в дозволенном. Ну, Акуджава, да, Высоцкий, братцы мои, ну совершенно же неприлично. Ну, неприлично быть Грибачевым, Сафроновым и Налбандяном. Это неприлично. И была это внутренняя наша система координат. Почему она исчезла? А потом исчезла? Знаете, соль потеряла, это у Матфея сказано, если соль потеряет силу, что сделает ее соленой? Вот соль потеряла силу. И это массовая сдача интеллигента, я цитирую Беленкова, массовая сдача и смерть интеллигента, это, в общем, самое ужасное, пожалуй, что произошло за эти годы. Потому что, вопреки Беленкову, эта сдача произошла сейчас, а не тогда, о котором он писал. Но тогда он писал отдельно про случай Олеши, него про ту интеллигенцию. А это пошаговое такое крушение. Но худшее, что произошло, на мой вкус, за эти там 20-летия, 25-летия, это массовое обрушение интеллигентской этики. Массовое, потому что оно было. Мы все-таки ощущали себя некоторым, ну да, прослойка, но это было, мы понимали, что есть это мы. Что вообще-то есть общность. Есть это мы, оно существует, это мы. Он работает, во-первых, в разных жанрах, потому что у него последняя вышла совершенно замечательная книжка прозы «Рептилион», где абсолютно полнокровная совершенно, значит, проза, по всем совершенно законам, в общем, романы написанные. Вот, особенно последняя вещь, там, «Севининг», состоявшийся прозаик, тем более, что этим занимается почти 30 лет, просто к нему так приклеился ярлык. Вот, ну, юморист скорее нет, сатирика, да, он действительно, ну, в принципе, конечно, он, наверное, едва ли не, как бы не единственный настоящий сатирик, такой полнокровный сегодня в сегодняшней России. Это, конечно, блестящая совершенно сатира, у него публицистика носит такой, все-таки, достаточно часто выраженный сатирический характер. Вот, и я считаю, что он просто человек, который работает, ну, которому подвластны разные жанры. Но какая-то доминирующая, наверное, публицист-сатирик. Все-таки вот так надо было правильно сказать. А в то время действительно была необычайная рейтинговая передача, но, повторяю, это было совершенно другое, принципиально другое время было. Это был конец 90-х, но это была другая страна, в общем, в значительной степени. О, это были счастливые годы совершенно, абсолютно. Нас смотрели только в эфире начальство. Нам не поступал приказ, значит, кого-то мочить конкретно совершенно. Мы равномерно во все стороны, значит, так сказать, вот с такого шланга, как дворник дяди Феди, поливали. И никаких священных коров там не было. У него очень яркий и сильный гражданский темперамент, с которым он, так сказать, видимо, ничего не может поделать, да и с ним и делать ничего не надо. У него, я думаю, что, так сказать, его за 3 трамвайных остановки до Останкина, в общем, у него зона отчуждения начинается уже. В момент, значит, непосредственно после убийства Немцова мы с ним в свете были, по-моему, в Штатах были там на какой-то конференции, вот, и я у него спросил, ну, вот он мне сказал, что это, знаешь, я, говорит, впервые, в общем, почувствовал, нет особенных оснований сомневаться в том, что меня это может коснуться. И, кстати, он оборота совершенно не избавил с тех пор, надо ему отдать должное. Эту тему по-прежнему вопрос остается открытым, потому что если, ну, не знаю, если представляют там нож сюда, то как бы довольно глупо
так сказать, бравада в этом случае как бы не нужна. Но дело в том, что он много потеряет, и он сам это понимает, значит, вещая снаружи. Потому что здесь он имеет, так сказать, все моральные основания говорить все что угодно, находясь в гуще вот всего этого, все это впитывая, всем этим дыша. Девяностые годы, да, это ваше звездное десятилетие. Но все-таки до какой степени вы 90-е противопоставляете 2000-м, до какой степени видите их преемственность? И то, хороший вопрос очень. И то, и другое, безусловно. Безусловно, Путин появился на распаде, да, на поражении либеральной идеи, на деградации и дискредитации либеральной идеи, которая была тогда, в ту пору, в 90-е, не рукотворной. Это сами либералы дискредитировали, да? Угу. Потому что все символы и все знаки наполняются содержанием. И слово «либерализм», «демократия», когда оно ассоциировалось с Сахаровым, с Афанасьевым, Рыжовым, тогда межрегиональной депутатской группой, с диссидентами. Да. А потом она стала ассоциироваться с Сосковцом, вице-премьером. Да. С вороватыми губернаторами, да, с просто... Не, вороватые — это не губернаторы, просто воры. Вороватые — это другое. Вороватые, да, с ворами, губернаторами, да. С диким совершенно, с дикой демагогией, с абсолютно антисоциальной экономической политикой, да, с враньем, с наглостью, да, с просто братвой под либеральными лозунгами, просто братвой. Лихие 90-е символизируют Путин Владимир Владимирович времен своей работы в Смольном, сроченный насмерть с тамбовской преступной группировкой. Вот этот Вова при, да, при этом, при другом Вове, да, Барсукове, Кумарине, вот это вот блеклые, блеклые, незаметные, вороватые демократы за спиной, у, так сказать, точнее говоря, а за их спиной просто братки, которые всем этим рулят. Вот это и закончилось. Вот это и закончилось обрушением в России либеральной идеи. Слово «либерал», слово «демократ» стало ассоциироваться с негодяями и ворами, которые довели до нищеты огромную часть населения, да? С двусмысленностью и ложью. И поэтому и это рухнуло. А да, когда это рухнуло, выяснилось, что социальную справедливость и восстановление закона символизирует все тот же Вова, который вдруг вспомнил про погоны свои лубянские, который вдруг вспомнил про империю. Тот же перелицевавшийся, перешитый Вова стал символизировать новые, крепкие, холодные государственные времена. Тот же самый Вова. Это так нам история подмигнула, усмехнулась. Для меня абсолютным, ну вот, ну, закаменением моей этой истории стал Норд-Ост и потом Беслан. Потому что это было в чистом виде политическое убийство. Просто эти дети вот в Беслане были принесены в жертву политической фигуре Путина. То, что была альтернатива, появился Масхадов. Ну, конечно. Можно было переговариваться, да, можно было попытаться спасти детей. В этой студии. Но это означало появление Масхадова в политическом поле. Означало политическое поражение. Причем это же было личное распоряжение Путина. Потому что в этой студии Андрей Николаевич Илларионов, в ту пору советник Путина, впервые рассказал, что они вели эти переговоры. И Путин лично сказал. Да, да, да. Путин, тут уже Путин дал никаких разночтений версий нет. Да, никаких версий тут быть не может. Неприлично подозревать, когда вполне уверен. Это ежелец. Да, некрасиво подозревать, когда вполне уверен. Путин дал отмашку на гибель этих детей во имя того, чтобы Масхадов не стал политической фигурой, во имя своей политической победы. И под это дело потом просто отменил выборы, просто зачистил, так сказать, пространство политическое. В одном из недавних интервью сказали, что вас из страны планомерно выдавливают,
Ну, не давая возможности... Не меня одного. Не давая возможности для выступлений, для концертов, закрывая одно за другой площадки и все прочее. Вы видите такой вариант, при котором вы из страны уедете? Да, разумеется. Я, в отличие от великих стоиков уровня Новодворской, я не давал никаких клятв и не могу давать никаких клятв. Я чрезвычайно привязан к радостям жизни. И совершенно не планирую, так сказать, ложиться на алтарь неведомой свободы. Но при этом вы же очень смелый человек. Я не уверен, что я смелый. Я думаю, что я... Ну, вон скорее... сколько наездов все-таки выдержали. Нет, ну, понимаете, это, ну, не знаю. Не знаю. Скорее можно говорить о каких-то интеллигентских предрассудках. Я все время цитирую Монтэня, нас мучают не вещи, а наши отношения к ним. Любимая цитата с детства. Отношение мое к этим вещам такое, что я что-то меня заставляет возвращаться. Хотя, конечно, работа уже давно снаружи, от лекционной деятельности, концерты, да, конечно, это все снаружи, телевидение, RTVI, да, все снаружи от России, разумеется. Ну, это... Ну, еще раз, я... Это знаете... Вот, возвращаясь к театральному, я говорил уже об этом, есть такое замечательное театральное слово органика, да, с которого начинается театр. Вот, да. Вот просто способность быть собой. Вот ничего не играя, никакого Гамлета, ни сестер Прозоровых, вот выпей чаю, посиди, да, закури, сними пиджак, одень пиджак, войди, выйди. То, чему учат на первых курсах. Будь, просто научись органично себя вести. Научись не видеть зрителя. То, чем учат во ВГИКе, презирать камеру. Понятно. Вот она вот тут будет, а ты занимаешься своим делом. Четвертая стена, да, и презрение к камере. Да, не к тюремной, к той, которая снимает. Значит, это очень... Вот я стараюсь этому соответствовать. Я стараюсь не думать о том, как я выгляжу. И собой же вы сможете быть... Только тут? Я стараюсь не думать о том, как я выгляжу со стороны. Я стараюсь не примерять на себя никакие роли. Я стараюсь быть органичным. Я стараюсь делать то, что мне хочется делать. Мне хочется уехать отсюда. Иногда хочется. Иногда. Но иногда. Отчаяние. То есть в минуты отчаяния. Ну, разумеется. Отчаяние, тоска, думаешь, чего. И потом, да. Чем это переламывается? Потом не то, чтобы переламывается. Я повторяю, есть место моей силы. Я очень люблю Нью-Йорк, Париж, там, Берлин. Замечательные места есть, Одесса. Очень много мест есть на земле, которые я люблю, и в которые я уже прижился, я там часто бывал. И там тоже есть любимые места и любимые маршруты. Но место моей силы, конечно, Москва. Именно Москва. И мне надо прогуляться. Я вот прогуляюсь по этим маршрутикам. Мне там хорошо, это мое место, это мои пейзажи. Это абсолютно ностальгическая вещь, которая не имеет никакого отношения к убеждениям, к тому, что вот я вот тут буду, не уеду. Нет, я стараюсь жить так, чтобы, извините, просто мне было в радость. Вот мне в радость так. А там посмотрим. Замечательно. Ну, по-моему, на такой ноте, не точке, надо заканчивать этот замечательный разговор. Ведь спасибо. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Виктор Шендерович, литератор, публицист, звезда театра, кино, телевидения, радио. Очень смелый человек. Место силы. Место силы которого – Москва и Россия. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.